Святой Стефан Милютин был младшим сыном короля Стефана Уроша I и внуком первовенчанного короля святого Стефана. Правил он Сербией 45 лет. Престол король Стефан получил от старшего брата Драгутина, верного христианина, который после недолгого правления передал власть брату своему. А сам, возлюбив отшельничество, затворился в монастыре. Там он совершал тайные подвиги в яме-могиле, которую выкопал собственноручно. В своей праведной жизни святой Драгутин много потрудился над обращением к истинной вере еретиков-богомилов. Кончина его последовала в 1316 году. А святой Стефан, став королем, мужественно, словом и делом, а часто и с мечом в руках, защищал православных сербов и другие единоверные народы от многочисленных врагов. Как истинный праведник, не забывал Стефан каждый раз благодарить Бога за все его благодеяния. Так им было построено более 40 храмов, множество монастырей и странноприимных домов. Особо заботился святой царь об афонских монастырях. Представился ко Господу святой Стефан в 1320 году. Святая Елена, благочестивая мать своих святых сыновей, по смерти мужа посвятила всю себя богоугодным делам. Строила дома для обнищавших поселян, устраивала обители для желающих жить в чистоте и девстве, воздвигла Речевский монастырь и наделила его угодьями. Перед кончиной своей святая Елена приняла монашеский постриг и отошла ко Господу в 1306 году. Двенадцатое ноября. День памяти святого Стефана Милютина, короля сербского, брата его Драгутина и матери их Елены.